Чиполлино – один из самых крупных садов Брянска. В 15 группах числится больше 400 детей. На время локдауна открыты сразу три дежурные группы. Одна ясельная и две для ребят от 3 до 7 лет. Для каждой группы, как и положено, отдельный вход. По списку 34 ребенка, утром вторника явились 22. На каждой группе работает два воспитателя, помощник воспитателя. Работает у нас кухня, работает старшая медицинская сестра. Работает прачка, ну и все люди, которые необходимы для того, чтобы детям было комфортно в детском саду. В нерабочие для всей страны дни у дошколят нет физкультуры и дополнительных занятий. Досуг формируют воспитатели. При этом внимание к здоровью, соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и обработки поверхностей повышенное. Вся разница в работе кухни. Повара признаются, к таким маленьким кастрюлям не привыкли. Меню стандартное четырехразовое, с горячим первым, свежим хлебом и ароматными котлетами. Родители, вынужденные работать в 9-дневный локдаун, могут быть уверены, их дети в надежных руках. Все родители заняты на непрерывных производствах. Мы знаем своих родителей, они писали заявления. Полицейских очень много, врачей много, медиков, и которые заняты и на хлебозаводе, и на всех таких производствах, на продуктовых в основном. На конец недели в Чиполлино уже запланирована глобальная санитарная обработка от коронавируса. В понедельник детский сад намерен вернуться к обычному графику. Но если что, говорит заведующая, продлить режим дежурных групп не составит труда. В Брянске работают 103 детских сада. Дежурные группы организованы на базе 96. Их количество формировалось по числу заявок от родителей, занятых на непрерывных производствах. И если в прошлый карантин количество детей в группах не превышало 12, то в этом году стараются учесть пожелания всех желающих. Светлана Дробкова, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.